первое — это «Skate or Die», потому что я думал, буду оставлять такие отметки на теле про свою молодость. И вот это скейтборд в 14 лет сделал. Потом в 16, по-моему, или в 17 — гитара. Ну вот. Вся моя молодость — это правая рука и моя женщина по совместительству. Просто был мастер у нас один, который, типа, я без разрешения мамки сделаю. 18 лет, давай. Но мамка вот так реагировала на татухи все. Еще я в 14 пришел, показал, говорит, Саня, скейтборд навел. Он такой, красиво. Не, серьезно, ну она такая, ну, что уже поделать? Ну, красиво, классно, нравится. Потом я захотел рукав. Я такой увидел рукав с кистью. И такой, хочу тоже. Вот пришел к мастеру, говорю, хочу рукав с кистью. Он нарисовал, говорю, давай. Там еще ленточка есть. Она, на ней что-то должно быть написано. Ну, она пустая до сих пор. Напишите в комментарии, дорогие подписчики, что мне написать на ленточке. Вот, тут есть для трех слов. Все абсолютно татухи, которые на мне делал один мастер. А, ну кроме вот этих усиков. Вот эти усики я в каком-то городе тура по пьяни просто набил. А потом начал страдать. Вот, три шестерки. Все уже знают, зачем и для чего я их набил. Три шестерки, да, три шестерки — это стимул. Нет, это скучно, что-нибудь другое я хочу придумать. Это на самом деле не шестерки, это ГГГ. И это три буквы G, типа 3G, символизирует скоростной интернет и поколение нас, молодых блогеров. 3G. Дальше были две нотки. Вот. Это две ноты, первая соль, вторая меф. Вот. А это, получается, Моргенштерн, булава. Ну и захотел я, значит, разноцветную татуху на грудак. Все, пришел к мастеру, говорю, хочу разноцветную татуху на грудак. Все, вот, получил. Вот так вот. Никаких смыслов, каких-то посылов, ничего. Зачем? К чему это? Не, ну здесь... Что здесь? Так сказать, тоже небольшие отметки молодости. Здесь вот ужасные, запрещенные в Российской Федерации марихуана, лепестки. Бутылочка с ядом. Ну... Все мы знаем, с каким ядом. Ананас, потому что меня так называли. Еще здесь висит замочек А плюс У. Вот. Это я хотел набить АУЕ, но тату мастер что-то... Это их там теперь А плюс У почему-то. Ну, ладно. А, еще же на шее у меня есть. Я забыл совсем. Правда и добро. Или, может, наоборот, не помню. Ну, вот. Два слова, с которыми надо шагать по этой жизни. Я очень честный человек и очень добрый. Все мы, парни, которые делаем татуировки на лице, все мы жалеем об этом. Очень, я, да, мы очень все жалеем об этом. Я вспомнил, ведь у меня еще портак есть, который я сам себе иголкой и чернилами набивал. Вот, это, если приглядеться, это ЗВ, две буквы, ЗВ. Это моя первая рок-группа. Она переводилась как «жлоб вонючий» транслитом. Вот. Если я помню, на какой-то вписке бухой сидел, иглой чернилами бил. Потом вот перекрыл этим рукавом, но все равно просвечивает до сих пор. Хотел их все свести, и это оказалось очень дорого и больно. И долго, очень долго. Всем спасибо, это был Женек для ЖКУ. Оставайтесь с нами.